Предприятия и организации Заречного задолжали в бюджеты всех уровней более 20 миллионов рублей. Эту цифру озвучил руководитель налоговой службы Заречного Александр Ганин на очередном заседании комиссии по защите интересов Заречного в сфере экономики. Задолженность по налогам на добавленную стоимость и на доходы физических лиц выросла на 3 миллиона рублей. На 6% увеличилась сумма долга в региональный бюджет. То, что касается основных причин прироста задолженности, первое – это результаты контрольной работы на январь-февраль текущего года и текущие начисления, которые не были уплачены, восстановлены в законные сроки. Сумма задолженности в местный бюджет, напротив, уменьшилась и составила 975 тысяч рублей. Сократились долги по отчислениям в пенсионные и другие фонды. По словам Александра Ганина, результаты работы налоговой службы в начале 2011 года показали, что существенная часть долгов не может быть возвращена. На 1 марта общая сумма задолженности невозможно предоставить составила 13,9 миллиона рублей. В том числе по зачислению в местный бюджет сумма составила 1 миллион 45 тысяч рублей. Как правило, в списке должников находятся одни и те же организации и предприятия. Представители четырех из них пришли на заседание межведомственной комиссии. От них потребовали объяснить причины сложившейся ситуации и активизировать работу по погашению долгов. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».